Проливной дождь не омрачил торжественную дату. К вечному огню пришел личный состав линейного отдела внутренних дел на транспорте. Вместе с ними в одном ряду ветераны отдела. Те, кто посвятил десятки лет обеспечению порядка и безопасности катлашан. Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности вам, ветераны, за то, что вы, не считая с лишним временем, даже находясь на заслуженном отдыхе, занимаетесь жизнью отдела, передаете те хорошие, настоящие традиции, благодаря которым отдел живет полной жизнью. Желаю вам здоровья, успехов, тепла родных и близких. Всего доброго. День ветеранов органов МВД отмечается в нашей стране уже шестой год. В 2016-м торжественное мероприятие приурочили к 25-летию образования общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России. 17 апреля в центре внимания те, кто вышел на заслуженный отдых, но продолжает заниматься пропагандой соблюдения законности и правопорядка. Участвует в профилактических мероприятиях, работает с молодыми сотрудниками полиции, передавая им свой опыт и знания. Воспитывают в сотрудниках нашего отдела чувство патриотизма, долга. Ну и передают, конечно, те навыки и умения, которые получили сами в период службы. Мы, несомненно, ценим их опыт, колоссальный опыт, который они фактически передают нам. Сегодня в России более 600 тысяч ветеранов, служивших в разные годы во внутренних войсках и органах внутренних дел. Более 20 тысяч проживают в Котласе. В память о тех, кто нес службу за пределами родного города, стал участником локальных конфликтов и ликвидатором последствий Чернобыльской катастрофы, собравшиеся возложили цветы к мемориалу. Продолжилось юбилейное мероприятие в здании линейного отдела. Здесь ветераны смогли пообщаться и вспомнить годы службы. Более 40 лет назад после Могилевской школы милиции приехал в Котлас Николай Алексеевич Соколов. В жарких трудовых буднях и сам не заметил, как вырос до начальника уголовного розыска, после чего занял пост заместителя начальника отдела. Еще 16 лет он отработал по направлению в линейном отделе МВД Костромской области. Два отдела мне очень близки. По духу, по смыслу, потому что здесь воспитывал, приходилось воспитывать не одно поколение своих сотрудников. И будучи начальником отдела Володан Санцы будет, продолжал ту же работу. Воспитывать, помогать и раскрывать. Есть в мужском братстве Котласского линейного отдела МВД и женщины. Одна из них – Галина Михайловна Федорова. Ее трудовой путь начался в 1978 году в качестве инспектора по делам несовершеннолетних. Сегодня она помогает руководству ведомственного учреждения в работе с ветеранами. Работа есть работа. Понимали, куда шли. Я все раньше думала, это как это работать. Допустим, в школе одно и то же говорить детям постоянно. А тут разнообразие, как говорится, и побегать приходится, и попрыгать, и ребят искать, и взрослых. Работу приходилось делать, и поезда сопровождать. И вот таким образом 23 года календарных я отдала службе. Праздничный вечер завершился чаепитием. Милым подарком для ветеранов стал концерт, подготовленный детьми сотрудников Котласского линейного отдела МВД на транспорте.